Карамба ТВ представляет. Водители штурман должны синхронизировать свои умения. И вот что бывает, когда происходит рассинхронизация. Oh, holy fuck! Simon! Simon! Fucking mess, а? Как так вышло, что такой эпичный проеб сошел им с рук? Они хотя бы перевернулись, что ли? Ну серьезно? Охуеть, какая везуха! Это же почти как на льду зимой подскользнуться, а упасть дома на диване. Ну ладно, стоп, надо разобраться. Врали ведь как? Водитель полностью полагается на штурмана и едет, считай, с закрытыми глазами. Значит, можно предположить, что у них на карте этот поворот отмечен как танго-поворот. И штурман его так и направляет. Через 20 метров налево, потом чуть прямо и танго! Мне эта ситуация еще бумеранг напоминает. А вообще, если серьезно, то это мощная подстава для штурмана. Потому что после таких 6 разворотов, ему втройне сложнее разобраться, в какую сторону дальше ехать. А вообще, жаль, что это не финишная черта. Круто бы понтануться получилось. Бля, пиздец, мне жарко, я вообще не знаю, как Финн в этой шняге ходит. Следующее видео про водителя, который не смог объехать медведя. Ёбаный в рот. Блин, ведь жалко ведь медведя. Но все равно угорает. Хотя бы потому, что косолапый. Отмочил нижний брейк по-быстрому и съебался. Ну а так жалко, конечно. А если представить, что этот медведь пользовался искусством бесшумного падения ниндзя, то опять смешно. А потом резко становится грустно. Что ни в одной части GTA не было ни одного медведя, перебегавшего через дорогу. Комментарии водителя в конце безупречно правильные. Ёбаный в рот. Я его понимаю, конечно, ему ведь тоже грустно. Он переживает за машину. Ну и за медведя тоже. Ну и здесь можно посмеяться, если его фраза «Ёбаный в рот» будет означать «Вот это да! Медведь прямо выскочил на дорогу прямо на меня! Сука, машину мне разбил! О, медведь, ну прям вот выбежал и убежал! Сука! Выбежал и пробежал! Я его сбил, машину мне разбил!» Самое главное, это все эта хуйня! Медведь ушел! Медведь ушел! Сука, тебе пизда, блять! Иди сюда, нахуй! Да! В общем, ребят, мне как и вам реально жалко медведя. Пусть с медведем все будет хорошо. Давайте будем думать, что за рулем была Машенька. И это ее настоящий голос. Ёбаный в рот. И она обязательно побежала за медведем в лес и оказала ему первую помощь. А еще, пацаны, вы обратили внимание на стабилизацию камеры у водителя? Мне сначала показалось, что он авторегистратор дополнительно через iPhone снимает. А потом я выяснил, что есть авторегистраторы со стабилизатором. Это, наверное, чтобы ДТП красивее получались. И чтобы потом с ДПСниками на большом экране посмотреть можно было. Ой, смотри, смотри, неплохо я вылетел, да, через лобовуху прям? Да. Прям вот, прям аж кусочки стекла, видел, как разлетелись в стороны? Да, 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 мне очень понравилось. Ребят, срочная новость. В мире резко возросла активность собачьего криминалитета. Теперь мужик будет знать, как сигналить уличным псам. Мне даже показалось, что пес отмочил водили. Ты чё сигналишь? Я тебе ща нойра грызу! Ребят, я реально не могу понять, что в последнее время происходит с собаками. Может, у них целая банда, промышляющая ворованными номерами? И действуют они уже по отработанной схеме. Первый кусает покрышку, чтобы отвлечь водителя, второй срывает номер, а третий новичок и стоит на стреме. Мало того, они еще за ним и гонятся и орут ему вслед. Педрила, мы найдем тебя! Слышь, спалим твою хату, изнасилуем твою кошку, еб! Вовремя мужик свалил. А еще вы заметили, как они четко выходят из кадра? Реальные псы. Сделали свое дело и свалили достойно. Пацаны, там копы, сваливаем! Народ, следующее видео нужно смотреть в режиме фуллскрин. А то можно всю фишку проебать. Ну а если кто-то сейчас через телефон смотрит, то советую сделать вот так. Это для тех, кто меня сейчас на мобильниках смотрит. Ну ладно, ладно. Отдельно показываю для тех, кто так и не воспользовался моими советами и все проебал.
отряд специального напряжения. Вообще, какое предназначение у этих перчаток, если они ими только молнии пускают? Наверное, чтобы птичек снимать с этих опасных проводов, а потом влажной тряпочкой протирать после них какашечки. Или отдирать их сгоревшие трупики. Ребят, при таком напряжении ток можно потрогать. И в какой-то момент мне даже показалось, что чувак представляет, как будто он щупает большие сиськи. А потом такой: о, какие упругие, а? Рука устала даже. Вот мне интересно, это что, тоже электрики? Ну, только не такие продвинутые, а обычные мужики-электрики, которые пьют водку и трахают баб. Вы заметили, как они нехило охуели от увиденного? А что? Это же примерно то же самое, если бы монтажник фонарей увидел вместо соседнего фонаря статую свободы, которая нагнулась и держит факел, чтобы мужик, проезжающий мимо, медведя не сбил. Ну, не совсем, конечно, то же самое. Но удивление у него было бы не меньше, чем у них. Мужики, слышь, кто это такие? Не знаю, первый раз вижу. Может, ФБР? Ребят, это же Дарт Вейдер. Чё? Хотя, может, мужики и не думали так, а просто стояли и угорали, как эти новенькие сосунки в перчатках молнии пускают. Настоящие мужики голыми руками за провода берутся. Поэтому с ними и пожарник рядом. Он, наверное, им инструктаж проводит. Как быстро потушить яйца, волосы и брови. Мне еще нравится, как этот парень кому-то внизу показал фак, из которого молния сверкнула. А потом ему это понравилось, и он себе лайк заебашил. Я сразу представил, как Рейден показывал бы фак Шансунгу в Mortal Kombat. Вот так. Как так-то? Как получилось? Бля, ребят! Вы всю неделю думали, что ж показывал вот этот чувак? Мне понравились вот эти варианты. А вот этот самый разрывной. Просто улет, зачет, пятерочка. Сам себе дал. А теперь правильный ответ. Показываю я, как я выгляжу половину вселенной. А следующего видео на интерактив не будет. Потому что мы решили замутить что-то новенькое и более пиздатое. И если у вас есть какие-нибудь идеи крутые для интерактива, оставляйте их в комментариях, и мы все замутим супер круто, блять. Да. Да. Но все же не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамба выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100-500. Смотрите. И да, ребята, оригинальные видео из эпизодов плюс 100-500, без обработок, без всякой шняги, без меня и так далее и тому подобное, есть на Карамбе. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новое видео за охуенную шапочку Фина. И за Adventure Time тоже. Это был плюс 100-500, Петя Пес, Максим Парнишка. Пока. Какой нахуй пес? Ты пес. Я сексуальный парень, я хочу любоваться собой, когда я себя снимаю. Мы гуляем по весеннему Нью-Йорку. Эскимос, как вообще тебе нравится? Пиздец. Охуеть. 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 Охуеть.